Я пошел. Я все равно ее найду. Это будет моя звезда. Чтоб через полчаса был в постели. Ищи, где Южный крест. Он помешался на этом телескопе. Зачем ты его купил? Не понимаешь? Просто у нас будут лишние полчаса. Четыре миллиона за кота в мешке? Мы еще раз все проверили, господин президент. Это именно то, что нам сейчас нужно. Они здесь, у меня в машине. И это все? Через неделю сюда придет самолет. На нем группа наладчиков. Они соберут реактор. Самолет доставит также электронно-сварочный агрегат и пресс-машина для производства урановых плит. Также на его борту будет 650 литров бериллия и циркония и 300 литров 95% трития. Когда вы пустите реактор? Через полгода. Ваша фирма, вы оставили себе что-нибудь? Оригинал шифроанализа и два контейнера с биомассой. Все работы строго засекречены, и наши военные могут в любой момент потребовать материал. Чтобы вернуться к этому проекту и реализовать его? В ближайший год-два этого не будет. Вы уверены? Америка и Россия решили заморозить все подобные проекты. Разрядка, господин президент. Мы даем вам 4 миллиона. 4. Мне нужны твердые гарантии. Ваш помощник останется здесь до конца всех работ с реактором. Я согласен. Еще раз извини, Поль. Кто знал, что они поставят такие условия? А тебе здесь будет хорошо. Ты подставил меня. Допустим. А кто все это провернул? Кто? Ты? Я. Для чего тебе еще одна копия шифрограммы? Ты все верно рассчитал. Тебе надо обтяпать еще одно дельце. И ты прикрылся заложником. Не вздумай проболтаться.
Я сделаю все, чтобы поскорее вырвать тебя отсюда. Катись. Ты у меня еще спляшешь. Убили. Он успел что-нибудь передать? Вот. Поехали. Срочно материалы передайте в центр. Где вы раньше были? Почему заговорили только сейчас? Вы предали нас и за это ответите! Что молчите? Я хотел сам с ним рассчитаться. А что толку? Где шифрограмма? Не знаю. Он не расставался с ней ни на минуту.
Мы все перевернули. Единственный шаг, и мы навсегда забыли бы, что такое унижение и страх. Единственный шаг, и мы непобедимы! Успокойтесь, генерал. Если предположить, что он продал шифрограмму, новый покупатель все равно ничего не узнает, пока не получит биомассу. А получить ее невозможно, вы знаете. Так что... Да. Но ваш дружок мог выболтать место опытного завода и резервной базы. Я уже обо всем доложил президенту. У меня для вас плохие новости, Поль. Президент не хочет рисковать. Он приказал срочно остановить все работы по программе «Джихад». Не вижу смысла. Все идет по плану. Лаборатория уже закончила все работы над опытной партией. Осталось передать только технологию на опытный завод. Еще неделю, и вы получите первую партию снарядов. У нас нет гарантии, что о нем знаем только мы. Все оборудование завода и опытной лаборатории срочно перебрать на базу «Океан». Туда же и реактор. И все до последнего контейнера. Реактор в режиме максимальной мощности. На его полную остановку уйдет более 10 часов. У вас 12 с дорогой. Приказ президента. Возьмете два самолета. На одном вы, на другом реактор. О, Господи. Горячий реактор может рвануть в любую секунду и разлететься на куски. И вы знаете, что в его брюхе. Если это все рванет где-нибудь над Индией. Начните аварийное охлаждение реактора сейчас же. За время полета на базу он остынет полностью и станет не опаснее пустой пивной бочки. И это вы знаете не хуже нас. Зря вы так, генерал. Товарищ адмирал, разрешите доложить? Докладывайте. За прошедшие сутки нарушений морских и воздушных границ не произошло. Да. В 00:20 десантный вертолетоносец Инчин и фрегат Чарльз Роу начали движение вдоль территориальных вод. Сопровождение осуществляет БПК «Громкий». Добро. В 23:45 вышло время боевого дежурства в Филиппинском море, борта К-477. Так. Лодка начала переход в базу. В 40 милях курс Галактионова пересек американский фрегат УРО серии «Осагири». Он идет из Сан-Диего. «Осагири» — это новейшая серия фрегатов американских, которые они передают сейчас японцам. Так точно. А что мы о нем знаем? Почти ничего. Японцы. Новый корабль. Только что спущен на воду. Кроме 477-й, кто-нибудь работает в этом районе? Никак нет. А мы надолго задержим 477-ю, если она будет следовать за фрегатом? На четверо суток, товарищ командующий. На четверо. Да. А терять «Осагири» не хочется. Совершенно верно. Решено. Галактионову следить за фрегатом до особого распоряжения. Ну вот и все. Ой, какое замечательное слово «отпуск». Надо будет летом как следует пропитать себя солнцем, а то живешь целый год. И только во время отпуска позволено ощутить себя живущим. Я человек простой. Отпуск используешь, чтобы отдыхать. Солнце, чтобы набраться энергии. Работу, чтобы иметь кров и прилично одеваться
воображение, чтобы иногда парить над землей, молитвы, чтобы сосредоточиться, вино, чтобы облегчить жажду, и, наконец, хлеб, чтобы утолить голод. Поехали. Ах да, извини, забыл. Я твой гость. А почему ты ничего не сказал про любовь? Какая наивность. В нашем с тобой деле лучше подольше побыть одному. Моряк и женщина всегда так непрочно. Женщины боятся воды, как кошки. Так значит, тебя никто не ждет? И ты не пытался понять любовь? Понять любовь. Бедняга. Не нужно понимать. Нужно терять сознание. Бип-акустик. Цель по пеллингу 330 градусов. Предполагаю, боевой надводный корабль. Подтяни, на коленку съехал. Серег, я! Кто нарисовал синих петухов на переборке 8-го отсека? Это не петухи, это дельфин, товарищ командир. Это такие же дельфины, как я, пингвин. А бортовой номер на отвесе, чья работа? Предводителя секты трясунов? Или алкоголика с 40-летним стажем? Тихо водичка журчит в гальюне. Служба подводная нравится мне. Передайте владельцу, пусть дальше упражняется в рифме. И вообще, мичман, ваш отсек я бы уподобил бараку времен фабриканта Морозова. Я понимаю, Серов, вы сутками не отходите от раскаленных орудийных стволов. Да все в порядке, товарищ командир, уже люди выделены. Выделяют слизь и другие медицинские жидкости, а людей на флоте назначают. Так точно. Вот нас назначили следить за этим фрегатом. Прошу разрешения, товарищ капитан второго ранга. Чай, как вы просили. Да ладно, чай. Вяленький. Заменить. Есть. Прошу разрешения. Погружаемся мы. Мы уходим под воду. Сколько дней не увидим небес синевы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу я, порадуйтесь вы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу я, порадуйтесь вы. Сколько дней и ночей только радионити будут с родиной связью в положенный час. Я прошу вы за нас, по аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас. Я прошу вы за нас, по аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас. А когда мы придем после долгой разлуки,
по весенней заре к дорогим берегам. Нас обнимут, прижмут к сердцу верные руки. За любовь и надежду спасибо всем вам. Взлетаем. Есть. Кальмар-1 вызывает Кальмар-2. Взлет произвели. Реактор в режиме аварийного охлаждения. Кальмар-2, вас понял. Взрыв компрессора! Отвечай, Кальмар. Кальмар-2, я первый. Прием. Прием, второй, я Кальмар. Да что там у тебя, черт возьми? Взрыв компрессора! Мощный выброс радиоактивного пара. Реактор перешел на электронный режим. Поль, прием! Без паники, Грегори. Груз за борт! Ты понял меня, Поль? Что делать? Что под нами? Какая там глубина? Филиппинское море! Не более 300! Мы в районе коралловых атоллов. Ну что ж ты молчишь, Поль? Ты хочешь, чтобы я превратился в бифштекс? Ты в этом уверен? Если не веришь, прилети и посмотри сам. Дай мне минуту. Ну не больше. Иначе я все сделаю сам. Ты понял меня, Поль? Черт вас всех возьми! Не дергайся. Не дергайся, Грегори. Мы обязательно должны дотянуть до базы. Мы должны сделать это. Иначе нас размажут. Значит, поджаримся вместе. Отлично, командир. Иду. О чем шумим? Подводный взрыв. Слева 20, дистанция 80. Что ж там рвануло слева 20? На глубине 11 метров. В правом рукаве восточно-посадского течения сила взрыва 4 балла. Второй взрыв очень слабый, был уже на дне. Наблюдать за районом. Есть. Что удалось узнать про этот фрегат? Кое-что об акустике. На Асагире 3 передатчика. 2 на стационаре, а 1 на буксире. Мало. Чем быстрее мы его расколем, тем быстрее окажемся дома. Так, противник открыл артиллерийский огонь. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Правильно, потому что по одному человеку из пушек стрелять не будут. Тебе отбой. Ничто нельзя так уважать, как сон человека после работы. Обещаю зря не дергать. Добро. Поль. Да, Поль, это я. Успокойтесь, Поль. Еще раз все взвесьте и примите решение. Сейчас только вы можете дать мне самый верный совет. Не знаю. Не знаю, что вам сказать, господин президент. Не знаю.
кто охраняет базу? Группа «Командос», а также... Тогда попробуем сделать так, Поль. Берите управление базой на себя. Да, она ваша. И, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы в том месте, где упал груз, не осталось никаких следов. Господин президент! В этот час решается судьба государства. Его безопасность. Вы наш друг, Поль. Больше того, мой личный друг. Помогите мне еще раз. Я верю, все будет хорошо. Желаю удачи, Поль. Бип-акустик. Цель потеряна, предполагаю, фрегат застопорил ход. Фрегат застопорил ход! Стоп турбины! Есть стоп турбины! Товарищ командир, мы в сильном подводном течении. Возможен дрейф 2,5 узла. Скорость дрейфа будет расти. Принято. Извините, сэр. Мы в зоне радиоактивного заражения. Я нашел источник. Это Сейнер. Вы уверены? Да, сэр. Включить систему орошения. Группу роуперов в госпиталь немедленно. Есть, сэр. Роупер! Все барахло за борт! Не понял, сэр! За борт все, что вы тащите, роупер! Есть! Боевая тревога, радиационная опасность. В отсеках доложить обстановку. Шестое чисто. Малый.
Корабль вышел из зоны заражения. За бортом чисто. Штурман, засечь место. Есть. Мы в точке, где я слышал два взрыва. Источник излучения здесь. Обе назад, малый. Есть тебе назад, малый. В отсеках доложить обстановку. Торпеды чисто, ракеты чисто. Реакторный в норме. Центральный пост радиационного УФО в пределах нормы. Глубина. 62 метра. Источник излучения справа по борту. Дистанция 4 кабельных. Силы излучения не контролируются. Она за пределами всех норм. Обе назад, полный. Есть обе назад, полный. За бортом чисто. Радио перехват фрегата. Ну? Нахожусь в зоне повышенной радиации. Три члена экипажа получили сильные дозы облучения. Принял решение обследовать район плавания командир 152-го, лейтенант Командор Паластра. Я хочу знать, что под нами. По местам стоять на якорь в подводном положении и становиться. Боцман на ключ 50 метров. Отдача якоря из первого отсека. Есть. Якорь встал на клюзе. 52 метра. Принято. Общий радиационный фон корабля равен естественному. Незначительное повышение уровня радиации отмечено лишь в лазарете. Ложимся на новый Гаусс. Курс 185. На рум 185. Есть! Неприятное известие.
Очень мощное излучение, даже пленка засвечена. Отпусти командира! Есть! Фрегат закончил очередной галс. Ложится на курс сближения. Быстро набирает ход. Удаление 27. Есть. Надо срочно уходить, командир. Да. Полный вперед. Есть, полный вперед. Уходим. Мы прочесали 4 квадрата, все чисто. Рыбаки ведь могли попасть в зону заражения в другом месте. Ты согласен? Да. Так что мы сделали все, что могли. Через неделю домой, сдам тебе корабль и в отпуск. У меня есть такое местечко на Гавайях. Давай вместе, а? Отпусти командира! Да, Стил. Что-то странное, сэр. Я ничего не слышу. Все словно вымерло под нами. Ни единого звука, ни рыбы, ни дельфинов. Даже креветки исчезли. А их ведь тут пруд-пруди. Может, приемник барахлит? Нет, сэр, все окей. Я включил резервную станцию поиска. То же самое. Это всегда так перед землетрясением. Все же вы спешит уйти подальше. Прогноз подтверждается. Слышал, Стил? Да, сэр. Работайте спокойно. Есть, сэр. Держи его! Прекратить! Немедленно прекратить! Что у вас здесь происходит? В чем дело, Ролл? Все в порядке, сэр. Все окей. Все окей. Ты прав, Ролл. В Японии лучшие в мире специалисты. Сидеть! Еще... Успокойся, Ролл. Все будет окей. Даю тебе честное слово. Никотин. Ведь ты знаешь, меня уже крутит. Меня уже скоро скрутит. Вот. Я уже поджарился. Так что, прости, док. Ты думаешь, что меня можно спокойно жрать? Нет, не выйдет. Можно, конечно, уйти отсюда. Пусть сами разбираются, японцы, филиппинцы, китайцы. Ну а дальше? Когда на них, а потом на нас обрушатся эти 10 Чернобылей? Ну а без американцев мы ничего не сделаем, а они... Могут соскочить? Ну зачем им лезть? А они, может быть, и не полезут, но на Сагире полкоманды японцы. Ну и что? Японцы не уйдут отсюда, пока не выскребут все дно. Они это уже проходили в 45. Да. Связь с командным пунктом флота. Ну, Игорь Петрович, удавить тебя мало. Что, не мог взять на полградуса севернее? К Пасхе бы были дома. Прямо по курсу. Удаление 23 мили. Радиопередатчик был в эфире 20 сотых секунды. Закодированная связь. Компьютер определил, что передача принадлежит русской атомной подводной лодке. Боевая тревога. Есть акустик! Товарищ командир, цель по пилингу 330, боевой надводный корабль. Определить элементы движения цели. Есть определить элементы движения цели.
Товарищ командир, определены элементы движения цели. Цель по пилингу 331 градус, имеет курс 150, скорость 18, дистанция обнаружения 120 кабельтовых. Боцман. Есть. Погружаемся на глубину 165 метров. Дифферент на нос 2 градуса. Есть. Погружаться на глубину 165 метров. Дифферент Механик. На нос 2 градуса. Есть. Ход 16 узлов. Есть. Руль лево 10. Есть руль лево 10. Держать курс 35 градусов. Есть держать курс 35 градусов. Внимание, по кораблю погружаемся на глубину 165 метров. Слушайте в отсеках. Вот здесь, в этом квадрате, Вадим Петрович, командир подводной лодки обнаружил мощный источник радиационного излучения. По его докладу, это взорванный реактор, а также большое количество герметических контейнеров. Мощность этого излучения? 1200 рентген в секунду. Это в 4 раза больше, чем на Чернобыльской АЭС. Пассатное течение от берегов Америки идет к Филиппинским островам. Вот здесь раздваивается одна ветка, южная, идет в Новую Зеландию и Австралию, а другая, северная, направляется к японским и нашим берегам, вплоть до Камчатки. Если не перекрыть выброс, когда зараженная вода может появиться у наших берегов? Ну, через 3 дня. У японцев послезавтра, а у Филиппинских островов завтра. В район уже вышел специальный корабль, на борту которого мощная подъемная техника и новейшие средства защиты от радиации. Экипаж корабля должен поднять со дна обломки реактора. И когда же этот экипаж сможет начать работать? Ну вот если сегодня среда, в субботу. Только через 3 дня? Да, это как раз столько, сколько он будет идти от базы. К этому времени отрава появится у наших дальневосточных берегов. А что? Американцы, ведь у них тоже есть специальные корабли. Да. Сан-Диего. У них стоит 2 плавбазы, но им понадобится 5 суток, чтобы дойти до этого квадрата. И какой же выход? Рядом с нашей подводной лодкой 477-й находится американский фрегат «Асагири». Капитан 2-го ранга Галактионов имеет план совместных действий. В чем суть этого плана? Сейнер и лодка. Должна быть какая-то связь между ними. Не находишь? Слева 60, подводная лодка. Глубина 30 метров. Контейнеры мы загрузим в торпедные аппараты. А сами торпеды я отстрелю на потопление. Их у вас 8. А сколько моряков будут делать эту работу? Ну, человек 10-15. Добровольцы. А остальные 120? Уйдут на плотах, потом их подберут наши корабли. Мы возьмем ваших парней. А, пустяки. Ну что, мы готовы? Так быстро, ваш штаб? Здесь командую я. Окей. Окей. Thank you.
дела, Машенька? Что-нибудь есть? Пока только химия. Так. Эксперимент какой-нибудь? Может быть. Да. Ну ладно, продолжайте поиск. Угу. Очень надеюсь и жду результатов, Машенька. Убрать трап! Подожди. Роупер, ведь он погиб от этого облучения. Но ты должен меня понять, Джордж. О чем ты? Русским надо как-то помочь. Это важно, Джордж. Для Японии, для всех. Ты понимаешь? Ведь эти русские ничего не сказали, они просто полезли туда. Я иду с ними. Прикажешь остаться, я не останусь. Не выполню твой приказ. Да ты его и не отдашь. Ты понимаешь меня? Окей. Работаете по 10 минут и наверх. Через полчаса опять под воду. Лейтенант-командор Фукода в твоей группе. Есть. Так, без меня не уходить. Будем послезавтра в Осахе, сэр. Вахтенный. Вызовите ко мне старшего помощника. Есть, сэр. Мэтьюс приготовит все необходимое. Госпиталь должен принять тех, кто будет облучен. Да, сэр. Ближе, чем на 3 мили к лодке не подходить. Я скоро буду. Командуйте. Алан, вперед. Эпицентр этого извержения находится в западно-марианской котловине Филиппинского моря, вблизи островов Яп и Нгуяну. Здесь сила толчков, по нашим расчетам, превысит 9 баллов. На острове Гуан 2, 3, 4 балла. Анализ всех данных говорит о том, что в эпицентре землетрясения ожидается мощный разлом подводного хребта. Это опасно для Японии? Нет. Цунами погаснут уже на подходе к острову Акинатори. Там же возможны толчки в 1,5–2 балла. Хорошо. Оповестите всех государств региона о наших прогнозах. Главное – это время извержения.
Его точность должна быть максимальной. Завтра с 4 до 6 утра. Ты же говорил, что было 400. Ну, сказал, сказал. Давай, давай. Сколько было давай. На той? Давай. Ну, давай. Было 600. Ну, было 600. Слушай, а он? Ну, все в порядке. Проглотил? Он был один... Он же с нами был. Он был один раз. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Thank you.
Так, ну-ка, открой-ка мне рот, пожалуйста. А я, ты знаешь, на флоте по контракту трехгодовому служу. Так вот, через 2 недели контракт мой заканчивается, и поеду я со своим семейством наконец-то летом в Зарайск, лягу в саду под вишнями. Вишня? Да, это такая ягода моя любимая, понимаешь? Я даже решил целое ведро съесть на всю оставшуюся жизнь. Я начальник главного управления разведки российской армии. Кто хотел говорить со мной? Вас предупредили, что разговор будет о проекте «Джихад». Священная война? Что вы о нем знаете? У нас есть дискетка. Значит, дискета все-таки у вас. Вы ее расшифровали? Да. Нет. Вставьте ее в компьютер и наложите любую запись. Это и есть ключ к шифру. Первая дорожка записи. Изображение объекта. Вторая. Технология изготовления. Не сотрем? Нет. Угу. Вы же ничем не рискуете. У вас ведь должны быть записи. Что это? В шифрограмме заложена программа биологического эксперимента. Фирма, в которой я работал, вырастила новый вид бактерий. Пища, воздух, вода. Животные, снаряды, ракеты, бомбы. Все это может быть мгновенным разносчиком. Бактерии способны полностью изменить генетический код человека. Это наши внуки и правнуки. Теперь о главном. Микробы, точнее, биомасса с ними, находится в цилиндрах, которые вы подняли. Микробы невероятно активны, если находятся в мощном радиоактивном поле. Вот почему цилиндры находились в реакторе. Только там бактерии живут и размножаются. При критическом падении радиации цилиндры самовзрываются. В воздухе бактерии как бы замораживаются. И начинает жить, как только повысится радиация. Бомба в бомбе. Да. Эти бактерии возможно уничтожить? Только очень мощным и тепловым импульсом. Нужна печь, в топке которой будет не менее 3000 градусов. Цилиндры начнут взрываться завтра утром. Бросайте их за борт и уходите. У командира есть предложение? Хорошо. Ждите решения. Ты пойдешь со мной. Thank you.
Плавучий док вас будет ждать там, в 72-м квадрате. Вы будете там через двое суток. Согласен. Ну, авиация возьмет? Да, отрезанный ваш торпедный отсек и уничтожит в квадрате нужном. Каким образом, товарищ адмирал? Все испарится, ты понял, командир? Да. Мы получили предупреждение японцев. Какое предупреждение? О подводном землетрясении. 160 миль от вас, на север. В 68-м квадрате. Да. Ну, давай, командир. Эпицентр быстро смещается на юг. Уже началась подвижка земной коры. Толчки могут начаться в любое время. Это все очень неожиданно, потому как ведет себя земная кора. Землетрясение может быть очень сильным, с большими и очень глубокими разломами дна. Хорошо, что в этом месте нет ничего живого. А эти два острова? Они необитаемы. Все? Так точно. По местам стоять, с якоря сниматься. Под нами вулкан. Бип командира, фрегат начал новый галс. Дальность 8, скорость 6. Заполни средний дифферент 7 градусов на нос. Боцман, ныряем на 120 метров. Где Фокин? Он открыл цилиндр. Что? На корабле его нет. Лево на борт. Здесь остров, командир. Знаю, пройдем вдоль берега, там глубоко. Есть лево на борт. Глубина 120. Есть глубина 120. Дифферент 0. Есть дифферент 0. Держать 160 оборотов. Есть 160 оборотов. Вулкан, 6 миль по курсу. Глубина места. 640. Грунт. Скалы. Стоп турбины. Сломает, командир. Держать дифферент 0. Есть. Старпом, экипажу покинуть корабль. Выход через торпедный аппарат. Есть.
турбины переведены в автономное управление. Дифферент 0. Эхо Пелинг прямо по курсу. Удаление 6. Глубина места 640. Скорость 7 узлов. Есть. Командир! Уходите! Мы же не вернемся. Да. Скорость 9, цель по курсу. 25 узлов. Глубина 150. 180. Цель точно по курсу, 2,5 мили. Мы уходим под воду, сколько дней не увидим небес синевы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу я, порадуйтесь вы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу я, порадуйтесь вы. Сколько дней и ночей только радионити будут с родиной связью в положенный час. Я прошу вы за нас, по аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас. Я прошу вы за нас, по аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас. А когда мы придем после долгой разлуки, по весенней заре к дорогим берегам, нас обнимут, прижмут к сердцу верные руки. За любовь и надежду спасибо всем вам. Нас обнимут, прижмут к сердцу верные руки. За любовь и надежду спасибо всем вам.